Так, Володя, пошли. Пойдем. Ты пойдешь или нет? Кто пожелает пройти, на второй и третий путь можем пройти. Игорь, пойдем. Сюда не пойдем? Сюда. Мы вернемся сюда. А вы посуду хотели обойти? Ну да. Так у меня здесь... А, вот так вот. Так, подожди. Ну ладно, пойдем. Здесь как-то там почти. А, давай. Мы там можем пройти. Пойдемте. Это идет туман или дождь? Выложим. Что мы сделали? Благодарите, может быть, Бога на этом месте. Мы сколько арматуры только потратили, то забивали. Укреплять-то. Плотине к земле привязать лагерь, а за них доски. Вода-то попрет, когда. Это не просто так. Нина, догоняй, не отставай. Интересно, когда вы. Можно и глину брать можно. Здесь будет. Посмотрите налево. Вот куда вода уходила. Это левый куда. Это вода из пруда шла. Смотри, какая глубина. Там второй ров идет ниже, на 2 метра. Теперь, вот она идет сюда, а это насыпное, каша. И что мы сделали? Посмотрите, вот отсюда попадает. Вот это вот, возвели дамбочку вот отсюда, вручную. Вот она идет. Слой соломы, пропитанные глины, как сойдет. Здесь нельзя было подойти, это все рушилось. Видите, как закрепили. А что удержит, посмотрим. Это от бобров сделано. Бобры, чтобы не грызли. Потом все это опустится, это в землю входит. Там такие норы, нора вот такая вот примерно, там нора на норе. Мы их должны были прокопать все, засыпать, протарповать и потом так дальше. Здесь работа не знаю, примерно 300 деревьев. Все деревья стали заходят. Это вот мы закончили 2 дня назад. Теперь налево, Володя пошел туда, посмотрите сюда. Гляньте туда, какая глубина, где вода течет. Погляди. Это ее мы должны перекрыть, там вода, ты знаешь, какая глубина. Посмотри. Какая глубина. Хорошая доска. Так, это доска оставили здесь, на всякий случай, что годится. Вот внизу, посмотрите, промыв какой. Мы думали слив делать это здесь. Нигде нельзя слив делать. Это прорвет полдамбы снесет, когда вода идет. Делать только на старых местах, где было. Там второй прорыв. Повернули воду, повернуть думаем так. Вот это зимой все вот эти деревья, это примерно 25-30 метров. Все спилить надо и убрать. Отрушать. Вот большие, которые наклонены, там никакие. Вот эти все, которые они только мусор дают, еще нет. Их это зимой. Застанет тогда, их надо спилить. Но где бы вы ни пилили, чтобы не упало на наше сооружение. Это недопустимо. Если оно раздавит, тогда от него ничего и нету. Это запасные оставили два бруска. Видите, какие бруски? И пятерка. Хорошие бруски, они хорошие. Подожди-ка. Это прибрать надо. Леша, Ося. Ну кто, мужчина, в первую очередь. Андрюша, иди сюда. Посмотрите, маленький тайничок. Вот. Да, знаешь,
дерево. Посмотрите, вот рядом дерево. Это стоят те, которые, которыми будете поднимать. Перекрыты. Они напилены и спрятаны. Жаковные дерево. Видели? А какой же это тайничок по интернету тебе будет? А никто не придет. А вы что? Теперь смотри. Это секрет. Тима, с той стороны. Слушай, а по ней можно пройти? Нет, нет. Главное, чтобы она не прошла мимо. Она потеряется. Мы сколько не бились, ничего не можем сделать. И тогда заново все сняли. Уже сделали, уже сделали. Еще на 40 сантиметров до старого, чтобы новая вода не трогала, новая не увлажнявшаяся, корнями травы не перепутанная, и оно просто все это убьет. А вот видишь, пазы, вот пазы, ага. Здесь как раз вот те, которые спрятаны, вот сюда вставляется на 15 сантиметров вода выше, потом еще выше на 15, доски вставляются в эти пазы. А так как это длинная, вот видишь, посередке стоит, она ее перерубает как бы пополам. Вот это поквала полтать. Я понял. Это когда втыкать-то лучше? Когда вода будет подбираться вплотную стоять, здесь дежурить надо. И тогда заново все это убрали мы, и тогда стали делать, размешивать глину, соломой забивать. Почему? Когда вода где-то проникнет где-то, она не может на прополу идти. Нормальные наши стены, домики, они лет 80, они так и стоят. И они не размывают. И везде решили тогда саманить. Под полом везде все засаманили, по новой. Это вот доска 6 метров, и там 5 метров вторая. А почему так? Никак по-другому. Нам надо войти в тот ров было. Ров. И там под него там наложили, видите, чтобы вода падала на деревья и не рыла яму. Понятно? А если сейчас привезти бы бетон и вот так бы все? Ого. Ты понимаешь, что это вот так вот это сказать, бетон? Леш, это сколько бетона надо? Сколько арматуры надо? А нас-то никого нету. Делать-то абсолютно некому. Вот видишь, чтобы могли бы вывести. Это закопано все. Это а если бы вот здесь бы так делать? Вот. И как внизу у вас здесь? Здесь очень помог, видите, отрахил пень. И вот три раза пришлось пилить. Длина 1,10 м толщина пня. Из-под земли его доставали там кое-как. А если потом они сгниют, доски, что дальше? Ну еще. Пока они сгнют, так в это время это уже все уляжется, в это время вы разбогатеете и начнете бетонировать. И скажем так, велела Валентина Тихонова-Лапкина. Да, велела. Не велела, а хотела. Предлагала. Так, давайте сейчас мы пройдем, покуда мы ходим. И а посчитайте за труд. А вы думали, по вот этим вы ходите? Нет, по ним не ходим. Видите, как уперто? Оно уперто в них. Ну да, видишь, маленько пропить. Удобно. Везде здесь все засаманено этим глиной с соломой. Так, вообще рыбу ловить можно прямо так, стой с очком. На меня смотрите, вот сюда заходите. Один раз пройдете. Мы тут за цветки только бегали туда-сюда. Смотрите, какие сосенки выросли. Откуда мне известно? Три сосенки. Говорят, без песка не растет, а тут вообще песка нету. А где три? Где? Раз, два. А где-то там еще. Так, за мной сюда идите. Один раз пройдете. Здесь у нас полностью закончено. Хватило досок на один только. А второй подготовили, теперь только доски бы были, но в течение дня мы оттуда выскочили. Но досок нету. Их надо сделать обязательно. Мороз не хрял. Да, от него следы. Стол.
Ну что, не сидели мы тут, не спали? Знаете, сколько переделали? Ого, хороший этот. Вариант такой берем, пришли, посмотрели. Я говорю, лучше отпустим. К старому где? Потому что новое, где насыпано, вода может все свести. Она в жижу превращается. Видишь, вот если подняли, то хорошо поднимется. Ну, покажи. Мама, она же бакулки собирает. Надо бакулки мне отдать. Мама бакулки собирает. Да, пусть собирает. Вот эти разрешают, это маленькие. А где бабушки, те сгодятся нам. Теперь посмотрите. Каждая вот эта вот забитая, сюда, Игорь, иди сюда. Вот каждая, загляни за нее. Там арматурины две. Забита одна больше, а потом будут растерты. Они все на арматуре. Вот эти вот, которые, две арматурины вот так вот забиты, ну вот такая арматура метровая. Они между собой вязальной проволокой связаны здесь, чтобы вода не подняла. Это коров уже гоняют сюда, вот. Сюда коров не гонять, поить только там. Это вот, видишь, что они делают, коров. Мы здесь вот это вот положили, видите? Это пласты оттуда резали, чтобы здесь перерастить. Они уже все размолотили. Конечно. Это пастухи. Видишь, куда загнали, то куда. А дальше некуда гнать. Мы вот здесь вот сколько сделали, но корова, она, ясное дело, тонет. Вот вся наша работа вот здесь, вот это вот до самого места, то все мы пластами уложили, уже ничего нету, все. А вот здесь все. Плотины-то не будет. А? Плотины здесь не будет, как есть. Ну, вот она плотина и есть. Ездить какая плотина? Зачем ездить? Тут никогда не ездили, никогда не было этого. За коноплей тут они приходили отсюда. Вот посмотри. А тут не надо было еще поднять вот туда вниз надо. Чуть-чуть? Надо. Но вот это, видишь, идет дата, это мы уплотнили плотинку. Но. Больше уже ничего, дальше нет. Нынче вот уровень воды должен до этого дойти. Главное спустить воду. Не прорывало. Каждый год они знают, что тут делали. Весной придется это снег в этих, конечно, коробах убирать. Ну а как она, где она пойдет? Вот эта плотинка мы сделали, дальше уже не надо. Она не пойдет. Здесь я думал на уровне с этой туда. Какой уровень? Ты что? Мы не можем поднимать уровень, потому что там посередине разрыв бетонный. Чтобы поднять вот этот уровень, это через несколько лет, надо там заново забетонировать, сравнять спуск, и тогда здесь может вот эту вот... Вот здесь он будет подниматься, вот где. Но это уже вручную делать. Пойдемте дальше. Видите, это я даже не видел, это размолотили вчера-позавчера. Смотри, человек из глины. Это я сделал. Руки отпали только. Посмотри, как сразу уменьшилась плотина. А я знаю, кто пас здесь. Здесь последний рентий пас и санки. И коров, конечно, они посуду пустили. Вот за один раз сколько улетела плотина. Она ни на чем не держится. А там постоять нельзя. Вообще нельзя. Вообще нельзя. Стоит только на Симаку, на том, на Костровом, пруду с этой стороны. Игнатий Тихонович, Исаакий говорит, что он далеко по логу перегонял. Ну и хорошо, я говорю, я не знаю, но примерно. Ну это вот вчера-позавчера только было. За эти два дня вот это размолотили. Им деваться-то некуда, прохода-то все равно нету.
Ну они зашли, вот они пошли вниз. Все это полетело. Это нынче мы все это заколачивали, чтобы хоть что-то задержать. Вот ты посмотри, сколько деревьев ты нынче спилили, это все заложили сюда, чтобы глина не утекла. То есть сюда подгонять тоже нельзя? Не, нельзя близко подгонять. Сюда не подгонять, вообще забудьте про это озеро. Вообще забудьте, его нету. А там только с этой стороны. Вот так и понятно. Там 70 метров, водопой 70 метров, это огромное. Вот посмотри сколько, это батюшка помог тут, мы вручную пилили. Это все подано, она была ровно на уровне воды. Вот смотри, что здесь надо. Чтобы нету поднять уровень, вот здесь вот надо возвести бетонную стену. Вот здесь вот. Вот эти шпалы убрать и тут сделать какой-то заслон. И тогда все вот этим забутить глиной и поднять вот это вручную и приносить. Только тогда там оно поднимется. Здесь невозможно поднять никак. Оно как? Вот оно будет уходить. Я уровень замерил и там чуть повыше. Здесь вот доски можете еще потом воду поднять, доску выпилите, поставите. Ну это не трудно. Не стали мы делать это. Вода маленько начнет подниматься. Тот уровень, который сделан только для спуска. Это ничего нельзя сделать. Ну здесь надо все равно в это доски поставить, чтобы там, если вы, мне кажется. Здесь намертво законопатить. Когда лет 5 пройдет, вот это место заново забетонируется, здесь вода, чтобы не шла. Все. Это вот эту линию заровнять полностью. Это, не, лет 5. А весной надо все равно досочки поставить вот до сюда, да, наверное? Ну, это она не пойдет. До сюда она не пойдет. Не пойдет? Нет. Ну, на одну доску больше никак. Это, чтобы она сравнялась с той. Только так. А там она маленько повыше взята. Знаешь, как трудно было уровень воды это все высчитать. Как он здесь ехал, не боялся, это вообще. А чтобы слететь. Вот здесь вот вода. Где это, Андрюша? Андрей, да. Это ты говорил, что вода тут шла через вверх? Да, да. Вот весной. Послушайте, как он говорит. Когда? Весной? Да, почти каждую весну через верх вода шла, здесь по всей плотине. Но она такая укрепленная корнями была, что вода шла через там. Вот таким слоем. Вода. А теперь это мы там пускаем, она 3 метра, там вполне достаточно. Вань, чего ты удивляешься? По нашей улице идет, по самой не хочу. Да, нет, ты здесь туда вжел? Теперь уперлись, еще дальше делать. Выглядит, вон там вот поверху можно. Куда мы пришли? У кого сапоги повыше, сейчас заходит сюда. Повыше. Догадался, перешагнул. Догадался. Лазейку нашли, вон там. Где? Вот там. Ну давай. Покажи пример. А вон уже. Вот я. Не зацепись. Не откажитесь. Нас-то зачем снимаешь? Подолы да. Поднимаю. Пойдемте вот здесь со мной.
Видишь, это бугор. А вот здесь вот крапива, площадка, конечно, как разрывает. Все мы помним. Пойдем. Посмотри храм, Володя. Храм покажи. Давайте вот здесь пройдем прямо. Возьми у него, пройди маленько, я уже устал. Нет, нет. Нет. Видишь, как он делает? Чтобы они шли и били. Развернулся домой. На север где-то на 1000 километров едет. Так а тут пешком надо идти. Не выдержал. Не выдержал, ничего. А мы каждый день туда-сюда сновали. Лагерь у нас. Нет. Давай, давай. Давай, шагу маленько. Сейчас вот так сейчас. Опоздай. Посредине еще с листьями. Светла. Светла очень. Вот, посмотри, там облетело. Евгений Инчук. Евгений Инчук. Вроде бы.
Молиться вот еще. Это место, когда нас мошкара заедала, мы сделали молиться, утром молиться, ветер сдувает и мошки нету. А там он на том, где крапива, там обед сделали. И тоже комаров нету. А там, где вы за кишки, там комарьё заело. Видишь, коровы обходят вокруг. Там бык идет. Бык один, там по себе. Который безрогий. Вправо уходи, вправо, вправо, вправо. Там можно выщерпать. Много народу в Китае выщерпали бедрами эту грязь. Выщерпали. У нас тут что-то тракта, а здесь нельзя. Игорь весной завозил. Вон там, вот я это, подъем. Его уже машина стала тонуть. Тонуть. Мы не можем еще больше сделать. Сейчас маленько пройдем туда, посмотрим. Пусть бык пройдет, а то она сердитая. Серьезно? Серьезно. Да, он просто так не глянет. Он с этой шушерой ничего общего не имеет, он отдельно. Интересно, какие у него сейчас жернова в голове ворочаются. Не понял, а? Что за толпа, почему на меня такое? Отстал один. Ладно, посчитал нас, справится, нет. Володя, а то вы как, не опустили решетку для овечек? Да, я подняли, виноват. Не опустили. Да, виноват. Ну все, брат, остался ты без питья. Так, давайте пройдем туда, посмотрим. Что мы там сделали, как делать надо. Пойдем туда, подмырнем. Я потом уберу. Тут закрыто, шифельный. Так, подожди-ка. Вот что такое, так подняли, да? Да. Пойдемте. За мной идите сюда. Пойдемте назад. У нас тут
проход сделан. Проход. Вот так, положи его. Потом обратно пойдешь, положи. Видите, как захватывается. Теперь, видите, как заградили, а потом подняли. Больше поднимать никак нельзя. Трактор стал тоже тонуть. Вот очень такой водянистый, вода грунтовая близко. Он прям на борт садится, тонет у него. Вот. Это вот мы здесь 2 недели не были, и они нам половину дамбы уже уменьшили. Туда не подгонять. Вот. 70 метров на ваш табун, это хватит с избы. 70 метров, вон там, по берегу. Предупредите всех. Здесь мы до конца шифером проложим. Если скотина здесь там переходит иногда, то она дальше... Лагерь, там, этот костер. Этот пруд называется Костровый. Вот посмотри сколько. Вот огородили полностью дамбу. И здесь разворот, чтобы овечки не залазили. Они заходят, тогда им решили перегородить вход, чтобы не стрелять. Когда они туда зайдут, они поднимаются. Вот они как. Видишь, сколько развалили? Уменьшили дамбу. Погляди. Ну и как? Работа? Да. Слов нет. Вот они подошли. Вот видите, здесь чисто. Здесь их не было. Вот они вышли. Здесь разрешается поить. Весь берег ваш. Вокруг все ваше. До дамбы. А они там, быки сходят и пьют. Прямо там. Они в конце концов берег сгладят. А так как берег естественный, он далеко не будет от, это, размачиваться. Здесь все. Там здесь тоже пусть пьют. Пусть пьют, нас не касается. Вот только начиная от этих жердей и до тех жердей. Вот это не касается. Иначе дамбы не будет. Но она была никакая. Каждый год мы тут воевали с этим. Мы хотим сделать, чтобы работы ваши прекратились. Каждый год уходят. Пока что Игорь Александрович будет делать, когда весной? Мы можем делать здесь за остатки. И все весной насадить примерно 300 деревьев на этих. Ого. Ивы? Ну да, ива. Ой, Игорь задумался, что же мне делать? Как, вот здесь вот, покаю, да? Ну это я вот любую палочку так оттыкаю, нет, она вырастет. Сырости хватает. Ну да, корнями закрепишь. Так, я попрошу остановиться всех. Мы помолимся сейчас. Давай. Нас Господь дивно благословил. Это невероятно. Господи, слава Тебе. Боже всемогущий, благодарим Тебя. Как велики щедроты Твои. Некогда жили люди здесь, и какой след они оставили. Помяни их добро, Господи. Они многое сделали в память нам. Пособи окончить этот труд и все необходимое иметь, дабы живущим здесь было облегчение. Пощади добрых жителей, знающих Тебя, любящих уставы Твои, и брата Акима возврати в мире. За все Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Видите как, куда нам шифер требовался? Здесь мы закрывали от бобров, а теперь от того. Вот. Тут шифером возился Никита, главный наш. Он на себе таскал. Шиферник. На спину положит, и как Самсон ворота тащит. Вот посмотри, сухая, и там вот где они идут. Все. Теперь, чтобы там не размывало, мы кирпич вертикально ставим и трамбуем, забиваем его. Вот там. Мы что хотели, сделали, больше просто не в наших силах. Вот кое-где здесь приходилось старое киркой бить. Лом не берет, сечка не берет, топор не берет. Ничего себе. Киркой. Подалбливали. Оська, тебе нужны бруски? Так, выходите, Леша последний закроет. Понятно, что делаем? Посмотрите, вот вокруг мы подсаманиваем. Это мы бы покрыли уже сегодня. Это не сегодня, завтра. Ну, у нас нет материала. Выше поднимать нельзя. Вот эта дамбочка стоит ося. Видишь где? Ее с кирпичом, слой глины и с обломками. Выше поднимать, да она вам и не надо здесь.
Это надо пригонять сюда драглайн на канате такой ковш и исчерпать и углублять. А осенью тут тоже перекрывается много. Только вот. Да. Игнатики, а здесь будет чего ставиться весной? Вот здесь и как раз и будет ставиться, вот здесь, если надо. Точно так же будут здесь поставлены эти, в которые две доски. Пазы. Две. Самое максимальное это 45 сантиметров. Выше вообще ничего не выдержит. Это новое. А новое пока не уляжется, она в кисель превратится. Почему мы там углубили так низко? До старого. Кита. Никто не знает, что будет, потому что это вода, стихия. Ну, 3 метра это не 2, это упала, лежала здесь. Сетку 25 сантиметров труба вот такая вот. Ну ясно дело, что ничего это нет. Ну вот она, вот эта вода по всей этой будет идти. По уровню вот этих дом. Когда будет у нас, она пойдет туда. Никита, опусти там. Все это рабица запутанная. Раз вот это вот помог, Женя еще привез на тракторе на своем. Никого больше не было. Женя на участие тоже есть. Вот так. Но относительно дороги, это уж как Бог даст. Завтра Алеша звонит, чтобы привозили и сразу разравнивать. А потом этот кювет удавливать, держать. Это мы все постараемся собрать камушки, сюда унесли. Ничего не делать, ничего и не будет. А когда делаешь, надвое, то ли будет, то ли нет. Давайте туда на площадку к нам зайдем и помолимся. Вот, где мы каждое утро молились. Сначала нашли возвышение, тут башня была, башня потеряется, вот она полная. Ну и сделали, пришли быки, все это нам над ногами. Давай обгораживать. Мы целое лето тут городим. Мы еще туалет сделали, ты видела? Тут никогда не было. Полностью переделанное. Костер тоже нужен. Сколько счастливых минут было. Посмотрите отсюда. Как? Володя, посмотри, как круто выглядит. Вон там кусты. Это Игорь, вон там кусты. Там у нас было стойло. Там я ловил сусликов. А вот это была пустошь называлась. Пустошь. А перед этим были здесь арбузы, кажется, дыни и огурцы. Паханая земля была? Колхозная. Пахотная? А? Ну, пахалась, да? Вот это вот, конечно. Тут пустырь был, такая росла трава. Я сейчас не знаю, где. На вершине едешь на коне и видать, что за трава была такая. На вершине едешь на коне. Не необыкновенно, как будто бы это бамбук какой-то был. А вот смотри, где с той стороны, где от Коля, навстыкать эти колышки, чтобы это... Все так и будет сделано. Да он так тебе и сказал. Молодец. Вот это и будет сделано. Весной набери ивы сюда. Ива сюда везде. Кто может свои там пилить, и ива там, вот такими колышками, заострение. И заколотить только и все, на бочок только делайте. Не прямо, а боком. Греется. Ма, может быть не ивы, может яблони садить там. Я вот подумала, нет. Ну, да. Ивы есть. Видите, мы сделали проломы просто. А если... мы тоже каждый год боремся со стихией. Ну да, вы поборолись, и дальше-то остается в том же. А здесь-то она, вода-то идет вся туда. Ну тоже, когда не додумаешь до конца, тоже препятствие. Видишь, у нас какая задача-то остановить воду. Поднять уровень. Бонус сегодня. Сделать озеро. Запустить рыбу. У нас перспектива какая. А от этого вода весной прошла, и воды нету, и все забыто. А здесь мы думаем сделать не так. Кого топит, тот не забывает. Он, видите, у нас щеща не бывает. Лужков береза у него сломалась на днях, привез туда нам, на костер. Тут Кальмаев Михаил помогал много. Тут. Одному тут человеку ничего не сделаешь. Кто мог? Везде у нас, видите, распятие, крест. Вот там, где молимся, тоже. А где крещение, прямо в воде поставили. Ну что, понравилось тебе? Да.
туда не подгонять. А здесь, если подгонят, то только вот здесь вот. Здесь подгонять и поить им достаточно. И главное, детям не говорят про это. На днях я гляжу, пасет тут пастушка одна. Я подошел, гонит, а ты поила? Нет. Я спросил, что их не подгоняла. А почему? Она мне не говорит. А что же говорить-то, корова наелась, трава полусухая. Где она что переварит? Ну и помог я развернуть, напоили, тогда пойдем. Вот так. Здесь была большая яма, и он мимо ехал. Я говорю, ну подавай, Алексей, толкни. И он его выровнял, и все. А бугор остался. Пойдемте на этом бугре, скажет, я был и молился. Ну-ка, беги скорее, Степан, первый забежишь. Вот как показывает. Вот она видит возможность. Здесь зверей нет, просто пролазить это надо. Зверей нет. Вот это у нас аналой. Здесь Библия лежит, молитва слов. Вот здесь стоишь, мошка вся отлетает. Это место малейшего. На молитву прибежали. Вот так вот вниз был гор, мы его выровняли, видим. Положили строители. Мы будем молиться. Господи, слава Тебе за великую любовь Твою, за Голгофскую жертву, за кровь Твою, пролитую на Голгофском кресте. Ты дал нам святую возможность славить Тебя, хвала Тебе. Благослови наше пребывание здесь, Иисусе Христе, и дети, которые слышали о Тебе, чтобы они были добрыми христианами. Господи, благослови всех приходящих на это место, всех живущих, от пожара, от воров, от нечистой силы спаси и сохрани. И нас помилуй милости Твоей ради. И на врагов пролей милость, умягчи их сердца. Покажи им, как хорошо жить в любви, заботиться о спасении души. Слава Тебе, аллилуйя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот будете теперь мимо ехать, не знать, пойдемте туда, и мы еще там на столовой помолимся. У нас столовая отдельная, где-то было, вон она там. Железяка какая-то. Ого, это что такое, труба, наверное? Нет? Игнатий Иванович! Игнатий Иванович! Что там? Какая-то труба торчит. Труба? Даже не видал, да. Там ее надо. Эта труба здесь, вот напорная башня была. Прочистите, вода будет. А какой шалаш там еще сделали ему? На 30 человек. Мы сейчас еще в шалаш зайдете, посмотрите. Володя, а мы еще спали там. Пойдем в шалаше побудем. Ну, порадуемся. Чай, это же неплохо вместе радоваться. Куда ехать надо, да? Никуда не надо. И комары заедут. Как только построили вот это, убрали крапиву, комаров нету. Туда зайдем, комар заедает. Так дети голосовали каждый день. Где обедать? Все сюда, сюда, на заднюю кухню. И обед весь принесут, а раздают дежурные. Это у нас все заснято, красиво так. А тут заросло. О, это куча навозная. Ну, летом-то ничего не вот было. Вот сюда, заходите, вот сюда вот. Где дверь-то? Вот, посмотрите. Открывай. Это вот... Ну и там, которые внизу сидят, а постепенно ходят повара, раздают. В роликах показано. Ветер-то дует. И комар он этого не может. Ну и вокруг крапиву всю скосили. Видите-ка, везде требуется труд. Пойдемте в шалаше еще посмотрим. Шалаше-то там интересно. Нам радостно показать вам.
шалаш не открывай, чтобы стекло не разбить. О, вот посмотрите, перед колой тоже подходящий цвет. Это яма для глины, ее так загородили. И попала скотина, мы за это ответственны. Ты не знаешь, как открывать? Нет. А смотри, как открывать. Вот это называется заворено. Вот заворено. Вот так сюда протянул ее. Вот так. Это, вот так. Ну, нижнюю можно не убирать. О, смотрите. Вот открываешь, а тут крючок. Смотри. Раз. Все, заходите за мной. Это вообще везде. Да. Как это? Автомобиль строится, не ходит. А что сейчас согнулось? Иди в полный рост. Да? Осторожно. Так не видно. Там у нас окно специально сделано. А как спать 30 человек-то? А вот так вот. Да. Вот так вот лежат. И вот это вторая часть. Вот так вот. Головами туда, ногами туда. Проходите дальше. Вот так вы засели на доску. Вот. Пол будет. Во. Там уже свет. Вот это дело. Ой, дурак. Ну, это настоящее. Так это камыш или просто трава? Камыш. Камыш? Камыш. Сосокой. Камыш сосокой. Слушай, какой слой тут этот? Ну, там сделали маленько. Я говорю, нет, сделаем хороший, Юра. И мы сделали настоящий. Видите, как она сделана? Да тут зимовать можно. Да. Вот как. А трава какая выросла, это без света-то. Интересно? Спали на мешке. А спать? Я такой фундамент сделал, вот надо было проще делать. Конечно. Он уже, говорит, три раза у вас тут был в гостях. Здесь можно отдыхать, приходить в любое время. Ни от кого не закрыто, только с собой спички не брать. Один наказ. Видите, как сверху сделано, это, прикрыто целлофаном, а целлофан разъедается, сверху тряпками, это матушка дала. А так как идут сюда разные овечки, мы загородились. Быки сюда не заходят. Овечки заходили, поели, ушли. Какой слой? Сантиметров 30-40? Да, очень хорошо. У нас еще запасной лежит вот. Где оська-то? Если у Софа протекает. Ось, не успеешь сделать дом, живи, готово уже. А вы знаете, как... Крылья крыши-то раньше. Пшеницу, смотрите, Люба, я сюда расскажу. Которые молотили очень аккуратно, стебель целый, стебель. Когда обмолотили, копают ямы, и там глина разводится, жидкая глина. И туда погружают солому небольшими вязанками. А потом кроют крышу. Срок до 100 лет и больше. Она с глиной пропитана, не горит, не пропускает воду, но она толстая. Ну, конечно, там даже и стропила быть крепкие. Ну, а решетка как точно так же, только пропитана в глине. А глина, она когда вплотную, она вообще не пропускает. И на Украине так делают, даже не на один год. Люди-то жили как-то же без шифера. Ну вот у нас все. А остальное это уже там внутри. А комарики-то залетят в щелку. Ну, может, да залетят, а кто может заткнуть. Силикончиком тут пройдет. Они были, никаких комаров нету тут. А с той стороны мы тогда убираем маленько. Там... У них ума не хватает, что там. А микрофон подозреть как? Окно что на той стороне. А вы протерите эту каплями. Чтобы... Вот, пожалуйста. Ну и тут, конечно, российский флаг оказался. А пастушок. Российский флаг. Российский флаг. Мы не такие уж большие патриоты, но... Вот смотрите, еще одно дело покажу. Вот сюда подойдите рядышком. Вот подойдите, интересно. И как он в сторону растет? Почему он так растет? Длинный, который березовый. Он опустился, вот здесь вот проходить нельзя. Мы сделали специально лестницу, вот большую лестницу. И вон там, где тут резина была, это сорвало ветром-то. И ее привязали туда, подняли. За проволок. Он привязанный, этот сучок-то. Он там бы не выдержал, он наклонялся к земле. Делать-то ведь нечего. Везде жерди. Дальше, в Библии написано, говорит, вино и женщина за все отвечает кошелек. Так у нас, куда ни повернись, везде надо что-то делать. Делать и
и немало дела. Вот это вот представьте, сколько мы здесь сделали. Ой-ой-ой. Возили, там около пруда, там полпруда камыш-то все возили тележкой сюда. Ну а потом уже ветками, это если пролезут скотина, чтобы не съели наш шалаш. Там-то они съели. Угу. Смешно, конечно, шалаш съели. Так как есть. Мы очень рады, что вы помыли. Давайте здесь около нашего креста еще помолимся. Господи, слава тебе, аллилуйя. Благослови всех приходящих на это место. Сохрани нам добрую память об этих мирных временах. Научи нас помнить нуждающих, сирых, обездоленных, парализованного Сергия, Александру. Благослови их, Господи. Примири враждующих и на врагов пролей милость. Томящихся в узах, убиваемых, поражаемых христиан твоих. Укрепи, дабы никто не отрекся от тебя, и прими их в обители вечные. И в одни скудости напомни об этих чудных днях изобилия, когда мы были вместе. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Я благодарен вам всем, что порадовали нас. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос, за экскурсию. А тут все почти в лагере были. У него тоже шапка, да, с российским флагом? С российским флагом шапка. Так что готовь там Варлаама всех в лагерь. Не хватало только бы на Заре. Тут очень хорошо. У меня 7-месячные были ребятишки с матерями. Пожалуйста, отдельно. Отдельная келья. Нам пока этого хватает. Вот у Игоря не хватает этого гаража. Ему надо там шире где-то. Но у нас на сегодняшний день пока хватает. У нас раньше это было два больших таких шалаша по 10 человек-то. А этот мы делаем, он широкий, то есть ногами вот так вот лежат. Два человека, это 30 человек ходит. Это от дождя спрятаться. А днем-то мы здесь находимся, тут занятия идут, игры, днем там делать нечего. А чтобы не замокало от низу, то я дам доски, у меня есть дюймовка, лагерь проложим, досками пол покроем. А то каждый день надо выносить и сушить. Ну это пока думаем так, ну пока вот загородили, как удалось. Старались, а уж все получится. Хорошо. Конечно, тут мы в напряге. Удержит вода, не удержит, количество воды. Кто будет за этим наблюдать? Подумал, что мне надо приехать пораньше, дежурить здесь. Потому что для меня это... Чтобы пораньше, это надо быть здесь на 1 апреля. Да. Ну, вы скажете, когда. Это я так думаю. Мы уже ждем 1 апреля паводок. Да, хорошо. Паводок будет нам, чтобы тоже спустить. Главное, вот, а как такое бывает, сразу начинать поднимать досками, сколько можно. Так, доски две можно заложить. Куда ближе? Сюда? Так, мы еще. Время-то сколько? Я думаю, пойдем к нам туда. Пошли. Все, пойдем. Пойдем домой, Стефан. А, или ты со Зарем пойдешь водить? А что ты там? Пойдем, Стефан. Мама, как ты говоришь? А вон корова где.